миллион голодных акул, которые прямо сейчас плывут. Прямо ко мне! Я бы мог купить водолазный костюм, чтобы нырнуть прямо под воду и там всех убить. Но проблема в том, что стоит он 5000! Целых 5000 монет? Нет, столько денег у меня нет. Окей, мы теряем время. Они уже близко. Дайте мне оружие! Я нашел ловушки для акул. Тут есть вихревая ловушка за 2000 монет. Это слишком-слишком много. Также тут имеется подводная мина, но даже она стоит 10 монет. Нет, у меня нет столько денег. Посмотрите на мой баланс. У меня там просто ноль. Никакого золота. Тут еще какой-то магазин, и тут оружие. Деревянное копье. Бесплатно, да! У нас начинаются большие проблемы. Сверху на экране написано «Подготовка к волне через 17 секунд быстрее». Нужно купить бесплатное копье. Тут огромный магазин. И, видимо, это моя подводная лаборатория, в которой мы сможем прокачивать себе новые предметы. И вот он, мой причал. Я не знаю, где акулы. Но, судя по всему, они будут меня атаковать. Они где-то под водой. Опа, там какой-то подводный корабль. Стоп, я не хочу спускаться под воду. Я пока вижу трех акул, и все они очень быстро. Тихо, они все плывут ко мне. Нужно срочно подняться повыше. Нужно срочно подняться повыше и смотреть, что здесь происходит. Я пока вижу трех акул. Они слишком быстро. Где они? Я их не вижу. Я их потерял. Они подо мной. Они ищут меня. Причем они меня чувствуют, окей? А, ребята, мне бы как-нибудь вас убить. Что происходит? Что происходит? Они прыгают. Они прыгают. Каким образом они запрыгнули на мой причал? Стоп, что? Что с этими акулами не так? Они выпрыгивают на сушу и умирают. Стоп, да ладно. Это какие-то дети. Это дети акулы Мо. Давай, уходи. А ну-ка, уходи. Что это за версия дельфинов таких? Причем, кстати говоря, все идут из этого подводного корабля. Поднимаемся выше и следим. Это какие-то дети акулы. Акуленыши, которые выпрыгивают из воды для того, чтобы меня поймать. Все, уходите, уходите, уходите. Главное, чтобы они меня не убили. У нас там готовятся новые волны, и больше акул плывут ко мне, поэтому нужно срочно купить себе другое оружие. Например, гарпун. Он стоит 10 монет. Окей, мы покупаем. Теперь мы прокачали себе оружие. Йоу, я могу стрелять этим гарпуном, и, возможно, я могу даже убивать их прямо над водой. Стреляем, омага, тихо, они прыгают. Они прыгают ко мне. Какие же вы бесстрашные. Меня очень сильно пугает тот факт, что если это дети, то, наверное, также есть их родители где-то здесь. Есть взрослые акулы, быстрее. У меня очень много монет. 900 уже, 99. Итак, покупаем себе водолазный костюм. Нет, это слишком будет дорого. Но тут есть костюм дешевле, например, подводная маска с ластами за 10 монет. Окей, мы ее покупаем. И теперь, внимание, на экран. 3, 2, 1. Теперь я выгляжу как клоун. Ко мне продолжают прыгать мелкие акулы. И, видимо, теперь у меня появился костюм. А также, посмотрите, у меня ласты. Эти ласты мне могут помочь, наверное, плавать под водой быстрее, чем обычно. И сверху экрана написано, что у меня остался один враг. Где-то здесь одна акула. Я тебя заметил. Стоп, это другая. Это уже другая акула. Она уже побольше. О, судя по всему, тут есть разные акулы. И, судя по всему, теперь каждую минуту акул будет больше. Но мы можем их изучить. У меня имеется какая-то картина. И тут нарисованы акулы. Например, вот она. Самая маленькая акула, которая на нас прыгала. Дальше, видимо, ее родитель. Это акула Мола. Также имеется какая-то большая акула. Это акула Мака. Какая-то еще больше белая акула. И что это такое? Мегалодон! В этом мире прям все хотят меня сожрать. Так что вот что мы покупаем. Подводная мина. Окей, я покупаю эту штуку. Я ничего не получил. Возможно, эти подводные мины, они появляются под водой для того, чтобы убивать теперь акул. Давайте проверим. О, да, у меня появился какой-то защитный слой. Ко мне подплывают новые акулы, так же, как и старые. Старых мы сможем убить с помощью гарпуна. К нам плывут большие акулы, причем некоторые взрываются. О, у твоих мин. Быстро бежим вовнутрь. Нам за новое оружие меня пытаются убить. Они снова выпрыгивают на причал. Окей, быстрее. Эти каскадеры, они меня пугают. Нам за новое оружие. Гарпун уже не помогает. Нам нужна пушка с морскими ежами. То есть это поможет против акул? Что ж, времени нет на подумать, так что мы ее покупаем. Что? Что за пушка, каскадер? У меня какая-то пушка, которая стреляет морскими ежами. Давайте посмотрим, насколько эта пушка продуктивна. Давай! Получайте вам морских ежей. Стоп! О, смотрите, они наносят урон. Они реально наносят урон, эти морские ежи. Они застревают в воде, и если в них попадают, они получают урон. Это круче же, чем мины. Я кидаю, ждал! Тихо, я упал! Я упал, только что чуть не умер. Я только что чуть не умер, окей? Я не хочу нырять под воду, потому что они сожрут меня на их территории. Я буду стрелять морскими ежами, чтобы они попадались на моих ежей. И вы посмотрите, как клево работают эти морские ежи. Они надуваются каждый раз, когда акула на них попадает. Все, она получает урон. Отлично. Это акула. У нас уже в рыболовной сети. У-ху! Я убил 5 акул из 1 миллиона. Вокруг нашего причала я вижу и другие острова. Смотрите, там какое-то сокровище. Мы можем пойти туда. И также все эти акулы не могут до меня добраться из-за заборов. Пока что все нормально. Я чувствую себя более-менее в безопасности. Особенно с этой пушкой с ежами. Единственное, что меня пугает, каждую секунду их становится больше. В какой-то момент я уже не буду с ними справляться. Поэтому, знаете что? Возвращаемся в лабораторию. Нам нужно ее изучить. Пока сзади меня происходит дождь из акул, надо подняться на второй этаж. Посмотреть, что еще мы можем купить. Например, тут есть еще один магазин. И тут продаются предметы.
планеты гипнотический плазмид. А название попроще не было. Я не знаю, что это такое, но стоит это недорого. 1000 монет, так что мы это покупаем. Также тут имеется рыба в клетке за 2000 монет. Тут и другие предметы по типу звуковой гранаты. И еще какая-то рыболовная сеть. Короче говоря, очень много всего, что мы вскоре сможем купить. А пока что берем наш гипнотический плазмид. Давайте проверим, что это умеет. Йоу, я активировал гипнотический плазмид. Мне кажется, я ускорился. Я очень ускорился. Он дал мне какую-то скорость и грацию дельфина. Смотрите, теперь в теории я могу плавать под водой так же быстро, как дельфины. Давайте проверим, будут ли они меня догонять. О май гад, все, поплыли. О май гад, зря я это сел. Далеко, далеко, далеко. Быстрее обратно, быстрее обратно. Итак, стреляем ежами. Мы не подпустим акул к себе, мы стреляем в них ежами. Я ускорился, и благодаря этому они не могут меня догнать. А также у меня появился новый предмет. Они дали мне новый предмет, это гипнотическая граната. То есть это какая-то граната, которую, видимо, я могу кидать под воду. Так, лови гипнотическую гранату. И что они сейчас делают? Секундочку, что? Он его укусил, он только что его. Да ладно, акула кусает своих же сородичей. Это ненормально, это ненормально, это акула. Она теперь стала моим другом. Я, видимо, загипнотизировал ее, и поэтому она теперь бьет своих. Вы посмотрите на эту акулу, которая меня защищает. Я назову ее Зубастик. Да, теперь это Зубастик, смотрите. Зубастик никого ко мне не подпускает. Братан, ты просто лучший. Называется, нанял себе телохранителя, который будет меня защищать. Это свой среди чужих. Проблема только в том, что он остался один. Он реально всех убил, братан. А ты же не будешь теперь меня кусать? Нам нужно срочно купить себе новые ловушки, потому что эти ловушки помогают не подпускать близко к себе акулы. Так, дальше у нас имеется железная сетка за 300 монет. Это очень легко. Идем дальше. Вихревая ловушка 2000. Вот это уже опасно. Но звучит это так же опасно, так что мы это покупаем. Теперь у меня появилась вихревая ловушка, которую надо активировать самому. А вот сеть, если я правильно понимаю, йоу, вы только на это взгляните. Она появилась у меня сама. Теперь эта сеть не подпускает акул ко мне. А ну-ка давайте проверим, что происходит, когда акулы пытаются проплыть через эту сеть. Смотрите, они застревают. А, нет, они ее едят. Они ее съедают. Они ее съедают. Это ненормально. Не для этого сеть была придумана. Она, ай, некоторое время помогает, но потом ее съедают. Но также у меня имеется вихревая ловушка. Давайте ее испытаем. Кидаем вихревую ловушку и даже не одну. Все, несколько вихревых ловушек. Кидаем вихревую ловушку и уплываем. Все, окей, я кину эти ловушки прямо под водой. И теперь надо ждать, чтобы они на них попадались. Судя по всему, смотрите, она попалась. Одна акула попала за вихревую ловушку. И это как вихрь, который ее притягивает и убивает. Отлично, это работает. Вихревые ловушки можно расставлять прямо под водой. И теперь, если акула на них попадает, да, она попалась. Смотрите, что происходит. Оно ее засасывает, после чего убивает. Прекрасно. Новая ловушка работает, но здесь кое-что меня немножко настораживает. Посмотрите почему-то на мой причал. Почему он немножко, собственно, сломан? Нет, стоп. Стоп. Нет. Почему мой причал немножечко сломан? Я надеюсь, это не то, о чем я подумал. Они не будут разрушать мой причал. Двигаемся дальше. Нужно купить себе новый костюм. Гидрокостюм кислородным баллоном. Окей. 1000 монет покупаем. Теперь у меня будет новый костюм. Мы переоделись. А ну давайте посмотрим, что этот костюм теперь мне дает. Он позволяет мне бесконечно, видимо, плавать под водой. И также меня ускоряет. Окей. В теории я могу пока что уплыть от акул. Они попадаются на мои ловушки. Пока что все хорошо. Сверху написано, что у нас осталось 21 акул в воде. И пока их не так уж и много, нужно закупиться. Я хочу купить себе новое оружие, потому что эта пушка, конечно, крутая, но она мне уже не помогает. Дальше имеется электрическая пушка за 4000, но это очень дорого. А еще сзади моей лестницы я заметил что-то интересное. Смотрите, какая-то дверь. Тут написано «Подводная лаборатория». И требуется для нее код какого-то доступа. Что за подводная лаборатория? Судя по всему, у нас имеется какой-то подземный этаж. Это секретная комната, в которую можем зайти, но нам нужен код доступа. Окей, в чате написано «Введите код доступа». Все очень просто. Раз, два, три, четыре. Неверный код. Эти акулы сходят с ума. Они плавают прямо подо мной. То есть они вообще от меня не отходят. Они как прирученные собаки все время идут за мной. Теперь нужно найти способ их убить. Если мои ловушки вас не убивают, придется применять пушку с ежами. Научно доказано, что ни одна акула в мире не может пережить пушки с ежами. Опа, все, первая акула ушла. Вторая решила подлететь как дельфин. И третья пока что... А! Третья тоже решила подпрыгивать. Ладно, посмотрите на эту лодку и как сильно они ее загрызли. Они все грызут. Они реально начинают теперь все грызть. Нужно срочно что-то делать. Нужно срочно что-то делать. Сеть уже не помогает. Нам нужно что-то другое. Нам нужно спуститься в подводную лабораторию. Возможно, там что-то крутое. Но где нам взять код доступа? Акул все больше и больше. Посмотрите, как они плывут. Окей, они попадаются на ловушки. Они попадаются на мои вихревые ловушки. Замечательно. Некоторые акулы попадаются и не добираются до моего причала. Но остальные начинают его ломать. А! Нет, только не при мне. Только не при мне. Ну хоть немножко уважения проявите. Они ломают мой причал. Они очень быстро начинают ломать мой причал. Что мне делать? Окей, бежим. О, у нас огромные проблемы. У нас начинаются большие проблемы. А ведь я не представляю, какие акулы еще дальше нас будут ждать. Так что нам нужна новая броня, чтобы спуститься под воду. Водолазный костюм. Ровно за 5000 монет. Ладно, придется инвестировать почти что все свои деньги. И теперь...
Вот это я понимаю. Клоун из цирка сбежал. Видимо, этот водолазный костюм самый быстрый среди других. Мы очень быстро плаваем под водой. Наверное, даже быстрее некоторых акулок. Я попал в нее гарпуном. Я попал в нее, и теперь надо просто положить. Все, она сходит с ума. Видимо, она сходит с ума, и скорее всего, она не умирает. Что? Почему она не умирает? До этого они умирали? Судя по всему, у них увеличивается здоровье. Это плохо. Они прокачиваются каждую минуту. Они прокачиваются, их становится больше. Ладно, ловушки у нас имеются. Но скоро уже даже они помогать не будут. Нам нужно срочно в подводную лабораторию. Окей, я предлагаю отправиться на этот остров. Там какой-то сундук. И надеюсь, я плыл сюда не зря. Дайте мне хоть что-то, окей? Мы что-то получили. Мы получили монеты. Нет, мы получили монеты. Монеты мне не нужны, сундук вообще пустой. Да ладно, тут еще какие-то подводные руины. Тут были какие-то подводные руины. И, возможно, тут тоже что-то есть. Да ладно, я зря что ли плыл сюда? За мной уже плывут акулы, но я кое. Что? Нашел сундук. Я нашел сундук. О, в нем записка. Окей, я нашел какую-то записку. Нам срочно нужно плыть назад. Сзади меня уже огромное количество акул. Они тратят немного жизни. Все, быстро уплываем. Плываемся в подводную лабораторию. Итак, теперь, когда мы знаем пароль, мы вводим код доступа 3614. Доступ получен! С возвращением в лабораторию. Окей. Давайте посмотрим, что это за место. Это лаборатория, которая находится под водой. И акулы не могут сюда добраться. Но мы каждую акулу здесь видим, мамочки. Это было немного страшно. Итак, тут, похоже, есть еще какой-то магазин. Здесь продается починка острова за 750 монет. Секундочку. А что, если его починить? Да ладно. Мы чиним остров, который нам сломали. К нам плывет все больше и больше акул. Многие уже пытаются меня убить. Ладно, остров мы свой починили, но проблема в том, что его дальше будут ломать. Причем с каждой минутой они ломают его все больше и больше. Так что вот что мы можем купить. Следующий предмет — это рыба в клетке. Как мне это поможет? Я не знаю, но я в отчаянии. Я хочу проверить, как эта рыба мне может спасти. Пока они отвлекаются на мой причал, чтобы полностью его сломать, я хочу заспавнить эту рыбу в клетке и посмотреть, что она делает. Окей, я призвал Немо. А, Немо, прости, мне кажется, о, нет, мне кажется, этот Немо привлекает к себе внимание, смотрите, они летят к нему. Немо, прости! Я не хотел, правда, я не хотел, нет, они все теперь плывут к нему. Немо, о боже мой, я отправил его, он еще был совсем ребенком, я отправил его в открытый океан, чтобы он отвлекал акул. Самое интересное, это то, что Немо нам приносит деньги, потому что Немо отвлекал акул, они там все умирали, перегрызлись ради этого Немо, и в итоге мы покупаем звуковую гранату. Новое оружие под водой, интересно, звуковая граната, я вот только смотрю на это, и мне кажется, что это должно убивать очень много акул, так что мы ее активируем, тогда, когда рядом с нами будет много акул, они все плывут ко мне, окей, ждем буквально несколько секунд, они выпрыгивают, окей, быстро, ныряем под воду, итак, внимание, через 3, 2, 1, звуковая граната! Посмотрите, как это круто. Звуковая граната, она всех их оглушила. Она оглушила каждую акулу. Они все сходят с ума. Они все сходят с ума, они не понимают, куда им плыть. Вот это я понимаю, ультразвуковая подводная волна. Эти акулы просто в шоке, они не знали, откуда к ним это пришло в гости. И теперь, пока они отвлекаются, надо посмотреть, что еще мы можем сделать. В нашей подводной лаборатории вроде были еще какие-то предметы, но также мы не купили самое крутое оружие. Электрическая пушка. К нам плывет очень много гостей, разные акулы. Причем у нас появилась новая акула, посмотрите. Это белая акула. И да, у нас постепенно прокачиваются, новые виды акул появляются. У меня баланс увеличивается, есть! 7000 на балансе. Теперь, наконец-то, можно купить электрическую пушку. Итак, я, конечно, ни на что не намекаю, но 3, 2, 1, киа! О май гад, о май гад, да! Это, наконец-таки, то, что я искал. Наконец-таки, то, что я искал. Я с помощью электричества могу убивать этих акул. Быстренько, аккуратно летим к белым акулам. Главное, близко к ним не приближаться. С помощью электричества их убить! Когда я электризую акул, они не могут пошевелиться. Они просто обездвижены. И теперь можно вспомнить нашу пушку морских ежей. Правда, я не знаю, если белые акулы боятся морских ежей, но я знаю, чего они точно боятся. Гарпун! У нас начались большие проблемы. Посмотрите на мой причал. Он почти полностью разрушен. Его полностью съедают. Его полностью уничтожают. Мне кажется, я в скором времени. Здесь просто умру. Они съедят меня с моей лабораторией. Я не знаю, что мне делать. Акул становится слишком-слишком много. Тут очень много огромных белых акул. Что происходит? Эта акула умерла под водой и перевернулась. Да ладно! Что еще меня здесь ждет? Мы еще даже не видели самую главную акулу, которая здесь нарисована. Это мегалодон. Нам нужна срочно новая ловушка для более крутых акул. Это рыболовная сеть. 5000 монет. Я не думаю, что это нам поможет. Но ладно, мы это переобретем, потому что 5000 монет — это ничего. Самое главное, посмотрите на мой причал. Надо срочно отправляться вниз, его восстановить. А пока что аккуратно встретим наших акул и посмотрим, как работает рыболовная сеть. Подруга,
А ты вообще куда? Кажется, я понял, как работает рыболовная сеть. Мамочка, аккуратно, я могу умереть. Я могу прямо сейчас умереть, быстро. Используем рыболовную сеть. Смотрите, они постепенно начинают падать вниз. Это рыболовная сеть, она иногда их захватывает. И тем самым они начинают падать на дно. Окей, некоторых акул мы захватили. Белые акулы, у них слишком много здоровья, их невозможно просто так убить. Поэтому рыболовная сеть — это в принципе неплохое временное оружие. Акул уже так много, что я просто не знаю, как мне по-другому с ними бороться. Кидаем звуковую гранату. Используем наше электрическое оружие. И, видимо, звуковая граната — единственное, на что сейчас можно положиться. Все! Взрывай! Посмотрите на это зрелище! Сколько там акул! Я вообще теперь конкретно боюсь приближаться. Там очень много акул. Все они отвлекаются на мою звуковую гранату, они все оглушены. Пока они все оглушены, нужно срочно восстанавливать остров! Я не знаю, как долго я протяну, но если вдруг вы не подписаны на мой канал, подпишитесь прямо сейчас. Также можете, в принципе, поставить лайк этому ролику. А я хочу починить, наконец-то, свой остров. Посмотрите, как много акул. Я ничего не могу с ними поделать. Они разрушили мой остров, как только я его починил. Я скучаю по этим маленьким акуленкам, которые были в начале ролика. Теперь, что мне с ними делать? Я не знаю, каким оружием мне вас убивать. Рыболовная сеть, оказывается, это вообще детское оружие. Теперь до такого количества акул. Но у нас имеется еще один интересный предмет. Это звуковое излучение. Вернее, это не предмет, это какая-то способность. Йоу! Что происходит? Смотрите, что происходит. Мы создаем звуковое излучение, которое вокруг всего острова направляется к акулам. Посмотрите на эту способность. Она убила каждого. Абсолютно каждого. Каждую акулу. Оу май гад. Не-не-не-не-не-не-не. Сверху экрана написано. Мегалодон. Это ведь финальная! Финальная волна. И я его вижу. Мамочка, это огромная акула. Это очень большая акула. Что мне делать? А что мне против нее делать? Окей, нам нужно срочно что-то купить. Я не знаю, что мне купить. У меня самые крутые прокачки. У меня самое крутое оружие. У меня есть рыба в клетке. Я не знаю, как мне убить эту огромную акулу. Но этот мегалодон, он кажется слишком страшным. У него написано, что 2000 жизней у него. Мамочки, как вообще тебя убить? Смотрите, ловушки. Мои ловушки. Что? Он грызет мои ловушки? С каких это пор мегалодон умеет грызть мои ловушки? Окей, давайте попытаемся хотя бы что-то против него сделать. Звуковая граната! Так, дальше. Электрическая пушка! Пожалуйста, пожалуйста, хотя бы, хоть что-то, хотя бы рыба в клетке! Хоть кто-нибудь, помогите мне против него, я не знаю, как мне с ним бороться. Ему абсолютно плевать! Он перешел даже все мои, о май гад, ограды! О, не-не-не-не-не, ты что, серьезно? Он одним укусом съедает половину моего причала. Братан, я восстанавливал его не для того, чтобы ты его сломал, о май гад, не-не-не-не-не, мне некуда идти, он прямо подо мной! Он, нет, он съедает мой причал, все, остается только один вариант! Если у него 2000 жизней, мы быстро ныряем под воду. Нужно нанести ему как можно больше урона. Гарпун, ему абсолютно плевать. Опять же, ему все равно на все, что я ему делаю. О, что только что случилось? Он только что меня съел? Мамочки, где я оказался? Я оказался внутри мегалодона. То есть он, получается, меня съел?